Убийство на Корабельной и в Нижнекамске отключат воду. В эфире Нижнекамские новости, в студии Аделя Сиразова. Здравствуйте. Застолье закончилось по ножовщине. Женщина зарезала своего сожителя. По словам соседей, в квартире, где все произошло, часто собирались компании, которые выпивали, дебоширили. Из-за чего поругалась компания на Корабельной 12, мы расскажем в итоговом выпуске новостей. Моральную компенсацию в 5000 рублей отсудил нижнекамец у управляющей компании ЖКХ-10. Только в суде молодому человеку удалось доказать, что травму он получил из-за ненадлежащего содержания подъездного крыльца. Оттуда торчал штырь. Лишь по счастливой случайности падение не привело к трагедии. Мастер-классы от профессиональных хореографов, актерское мастерство и многое другое. 9 августа в оздоровительном лагере «Заря» начинается профильная смена. Принять участие в программе может любой желающий от 7 до 18 лет. Помимо различных видов танцев и изучения актерского мастерства, для ребят будет организована развлекательная и познавательная программы. В связи с ремонтными работами планируется очередное отключение горячей воды. С сегодняшнего дня и до 4 августа без горячего водоснабжения останутся некоторые дома по проспекту Строителей, Химиков, улице Тихой Аллеи, а также в детском саду санатории. Помимо этого, некоторое время воды не будет на Юности, Тукая, Вокзальной, Корабельной, а также в нескольких детских садах. Подробную информацию вы видите на своих экранах. Об этом информирует официальный сайт Нижнекамского муниципального района. В Нижнекамске сегодня облачно, 22 градуса, завтра ожидается 15 выше нуля. Второй срок за побег. Сколько лет придется отсидеть сбежавшему заключенному, и Нижнекамск посетят участники межреспубликанской культурно-просветительской программы. Об этом и не только в следующих выпусках. Напоминаю, что связаться с нашей редакцией вы можете по телефону 077-41-13-13. Также сообщения мы принимаем на сайте ntrtv.ru. Не переключайтесь.